В Москве наградили переводчиков русской литературы. В этом году в конкурсе участвовали знатоки иностранного языка из 28 стран мира. Кто, по мнению жюри, лучше других сумел преодолеть трудности перевода, выяснила Дарья Козлова. Сотни лучших филологов и издателей со всего мира, 57 стран, десятки языков. Но в этот вечер в доме Пашкова все говорят на одном – исключительно правильном и литературном русском. Итальянцы, французы и китайцы цитируют Державина и Пушкина, Достоевского и Толстого. Премию «Читай Россию», учрежденную Институтом перевода, вручают в третий раз. Награждают лучших переводчиков русской литературы на иностранные языки, а также издательства, в которых вышли книги. В этом году интерес к премии особый. В оргкомитет поступили заявки более чем от 150 человек со всего мира. Переводчиками в какой-то степени даже рождаются. Да? Вот этот вот образ мысли или божье дарование, которое не спадает сверху. А надо развивать, помочь развивать. Для этого должна существовать там система грантов, которые институт перевода дает. О переводчиках русской литературы здесь говорят как о дипломатах. Их миссия благородна и ответственна – открыть русский мир для иностранцев. Для того, чтобы соседи по планете могли понять другую национальную культуру во всей ее самобытности, для этого и существует армия переводчиков. В этой армии есть свои беззаветные солдаты, свои отважные лейтенанты, свои блистательные генералы. Это дипломатия, которая вспахивает почву глубоко и позволяет народам понять друг друга вне политики. Уже запущен грандиозный проект «Русская библиотека». Планируется привести собрание сочинений русской литературы, около 100 томов, на самые популярные мировые языки. Мы собираем такой весь корпус классической современной русской литературы, поставили перед собой задачу минимум 120-150 произведений, чтобы они были переведены минимум там на все ООНовские языки, включая еще, добавляя еще арабский, и откомментированы нашими, как нашими, так и зарубежными словистами. Ну а для участников 4-го международного конгресса переводчиков эта церемония в доме Пашкова – редкая возможность поделиться опытом. Здесь свои, понятные каждому разговоры. Как перевести на английский или китайский церковно-славянскую лексику, архаизмы, жаргонизмы. Как сохранить стиль оригинала и сделать русскую литературу близкой и понятной иностранцам. Награды вручали в 4 номинациях. Классическая русская литература 19 века, литература 20 века, современная литература и поэзия. Чувствуется дух и атмосферу романа, и чувствовать язык, вот это для меня, по крайней мере, самое, не хочу сказать самое простое, потому что все там сложно, но это самая интуитивная часть. Я очень люблю эту интуитивную часть работы. Я очень как старался, чтобы такая музыка, тургенья, воплостичность, поэтичность в языке передаваться на испанский язык. И вот я читал слух, чтобы это звучало вот поэтично, красиво. Эта премия – тот редкий случай, когда разные языки и культуры объединяют, а трудности перевода – это лишь новый вызов и еще один повод встретиться с коллегами по цеху. Дарья Козлова, Николай Ломакин, Виктор Крыжановский, «Вести».